Ой, прям как знала скин по это. А, боже. Человечка поменяла. Так, он здесь тоже подходит? Ну, он более светлый все-таки. Ты, блядь. Ну, вы поняли, я не про расизм, я... Хотя у меня тут белый скин. Ты сюда? Ладно. Пошла дальше. Я в мини. О, ты фейс. Блядь. Я как чувствовал. Как ты быстро это понял? А можно как-то без него, нет? Бац, бац. Приседай, давай. Приседай больше, давай. Понятно. Ребенок очередной. Ну да, да, пистолет. Да, надо был кровный взять. А куда он? Никитя. Угу. Если бы можно было подпрыгивать, он бы еще и подпрыгнул. Еще приседает Никита там. Игорь, ты сиди. Угу. Пока сижу. Ой. Он меня не заметил. В сторону хати. Почему я его не вижу? Он у меня в том, что где-то был. Ну, да, а, да, у меня. Трюку, а что, ты не палишь, ты чел? Беспалевный. Да. Никит, снимешь? Он в лачуге. Или не снимешь? Давай. Он здесь просто, я контролирую. Как бы времени нет, надо снимать. Давай. Пока. Блин. Игорь, осторожно, он за тобой. Он у меня, да. Приседает. Да, он как дурачок. Опа. Блядь, ты что сделала? Я случайно. Он за Игорем или нет? Думаю, нет. Думаю, где-то в кустах. Я с ним. А он с тобой? А господи, чё мы Ярик-то не лечим? Он со мной. Он не хочет. Ты с ним или он с тобой? Мы вместе. Это важно, точнее. Так, на той стороне есть уголок, там получается. Я тоже пойду умирать. Если да. Игорь, это как? Он очень странно себя ведет. Ярик, а зачем ты умирать пошел? Ярик. Ой, привет. Самогубство не выйдет, Ярик. Ты с форсажем, что ли? Есть такое, да. С десятым? Уже с одиннадцатым, наверное. Но он Игорь отпустил. Он как-то странно себя идет. Он опять у меня. Да. Ой. Он не за мной. Как это не за тобой? Нет. Найдем много. Меня еще. Или меня. Да мы походу все в одном месте. Да. Нет. Посмотрел на меня, прошел дальше. Он аген показывает? Что? А, понял. Вопрос исчерпан. Показал на ген, говорит, садись, чини. Ладно. Я же говорю, странный челик. Ну, он кемпит. Хули ты приседаешь мне там? А.
Кто это? Ой. Ну он показывает, садись на ген, снимает и вешает. Я не знаю, что это. Может задание за жопу взять? Может. Я, кстати, его спалила. Случайно. Там мне сейчас пойдет. Сейчас, если я... Ну, если третий раз за жопу схватит, это будет несправедливо. Вы когда все гены успели вычинить? Да будем это. Чё надо? Хилить? Зачем тебе хилить, Чандрик? Нет. Зачините. О, давай. Так, а мне надо, ну, найти один предмет, взять его и сбежать. Где на этой карте сундуки вообще? В подвале. В подвале не хочу, мне там страшно. Не понял? А что за развлечения такие? Веселенькие. Весело вам там, да? Угу. Левый открыл. Так, мне нужен сундук, господа. Нет, не снимайте. Сука. Ну что, жопа. О, на что? Жопа? Спасибо, что освободил. Ну, все, извините. Выходим. А почему нет? Давай, да. Давай, да. Что, гонки устраиваем, нет? Что, Катя, давай я жду тебя. В смысле? Это Игорь. Так, я вот типа ползёт назад, я думал. Все, погнали. Это слишком как-то неожиданно. Катя, пока. Я на shift нажимаю на всякий случай. Что он сделал? Зачем? Я не знаю, зачем. Разлад. Один. Да. Чё? Чё вы? Гонки на выживание. Германия. Дисквалифицирован. Дисквалифицирован, что-то там. Это Никите. Ну да, он первый убежал. Ай, блин, не могу.